Собираем ваши вопросы по инвестициям. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник». Прошлое видео про банковские карты, которыми я пользуюсь, получило очень большой отклик. Всем спасибо, кто написал свое мнение в комментариях под видео. Ну, из этого я понял, что пока что видео лучше записывать в таком формате, не с веб-камеры, а стандартно с экраном. Вот, ну и еще сегодня попробуем формат, когда чисто пройдемся по фактам. Ну, говорили, да, в том числе, что вот предыдущее видео было длинновато. Что ж, быстренько, коротко и по фактам. Итак, мы планируем записать для вас видео с ответами на вопросы. Такое видео уже ранее записывалось. На нашем канале вы можете найти его. Оно было записано в конце февраля, то есть, по сути, зимой. Но сейчас лето. Хотим повторить этот опыт, собрать ваши вопросы. В том видео, вы можете его посмотреть, оно 20 с лишним минут было, были ответы на типичные популярные вопросы из разных сфер инвестиций. Ну и в этот раз тоже, да, сделаем подборку ответов на вопросы. Вот то самое видео. При этом по каким-то вопросам мы сделали даже отдельные видео. Ну, например, был вопрос, где брать информацию. У нас вышло видео, на каких сайтах смотреть графики. И там же говорилось про аналитику. Там, кстати, серия видео будет продолжена. Вот, поэтому я прошу вас написать в комментариях под этим видео интересующие вас вопросы. При этом обратите внимание, что у нас видео снимаются не только про там банковские карты, вчерашнее видео, не только про отдельные акции российского рынка. У нас по МТСу было видео. Кстати, МТС максимум за несколько месяцев обновил, вот буквально на днях, да, кто смотрел видео и купил, молодец. Так и по американским акциям, ну, например, про Slack, про Amazon, по общим аспектам инвестиций. В общем, пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео. Мы будем их собирать. Потом, когда наберется много вопросов, да, на них подготовим ответы либо в формате отдельного видео, но обязательно в формате отдельного видео, плюс какие-то видео по отдельным темам тоже будем записывать. Также важный момент, если вы видите, что ваш вопрос уже задали, вы можете просто его, как говорится, да, заапвоутить, да, поставить лайк к нему, будет видна популярность каждого из вопросов. Ну и еще коротко, да, вот в разделе сообщества, да, ну, в англоязычной версии называется комьюнити, вот выложили фотографию, мы с клиентами нашего сервиса встречались прошлое воскресенье, такая вот очная встреча в Москве. Вот, может быть, и в других городах тоже сделаем, и в Москве еще, может быть, повторим, чисто для информации. Ну и также чисто для информации, напомню, что на нашем сайте вы можете найти много всего интересного. Из самого интересного, что у нас завтра стартует первая ступень трехступенчатой программы по инвестициям. Наши сервисы по ссылке можете прочитать подробнее. Подписка на инвестиционные идеи – это для тех, кому обучение не нужно, кому нужны чисто инвестиционные идеи. Ну и подбили на сайте статистику по IPO, обновляющейся в режиме реального времени, раздел «Наши сервисы, инвестиции в IPO». Здесь есть и количество сделок, и сколько уже закрыто, сколько удерживается в портфеле, процент прибыльных, средняя доходность за период и средняя длительность одной сделки. Вот все, вроде бы прошелся по фактам. Надеюсь, все те, кто писал к прошлым видео комментарии, что хочется поплотнее, пожать и покороче, да, надеюсь, вы оцените, что мы уложились в менее чем 4 минуты. Пишите ваши вопросы, если резюмировать, под видео в комментариях, ставьте к ним лайки. Благодарю вас за внимание, желаю вам успешных инвестиций.